Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Добро пожаловать на информационный канал группы компании InstaForex. С вами я, Екатерина Стихина. Крайне успешный апрель создал на рынке впечатление сильного рубля. Пока события разворачиваются именно так. Однако, скорее всего, повторение апрельского ралли не произойдет. Одним из факторов, что формирует отношение трейдеров к российской валюте, будет тенденция на нефтяном рынке. Накануне рубль чувствовал себя достаточно уверенно. Прошлая неделя была негативной для всех валют развивающихся стран, поэтому в начале новой недели отмечалось коррекционное движение, поддерживаемое новостями о переходе в финальную фазу торговых переговоров между Соединенными Штатами и Китаем. Сегодняшние торги на Московской бирже открылись для пары доллар-рубль вблизи уровня 64.60. Из-за длинных майских выходных инвесторы будут вынуждены учитывать внешний фон гораздо быстрее, чем обычно. Поэтому сразу после праздников волатильность в парах с рублем может усилиться. Ожидается, что в ближайший месяц доллар будет оставаться в коридоре 63.50-66.50. Также в минувшую пятницу Центральный банк РФ в ходе заседания дал понять, что может начать снижение ставки уже во втором и третьем кварталах. Для валютных трейдеров это прямой сигнал на покупку долговых обязательств Российской Федерации, что поддерживает рубль. Котировка пары евро-рубль осталась у отметки 72 рубля, просев на 0,24%. Самую значимую роль в восстановлении рубля сыграл тот факт, что доллар просел значительно сильнее евро, поэтому по отношению к евро рублю отыграть потери не удалось. Скорее всего, рубль продолжит следить за поведением доллара, который находится в ожидании заседания Федеральной резервной системы США, стартующего сегодня. Однако в связи с наступлением майских праздников в России реагировать на итоги заседания, что будут оглашены завтра, рубль будет уже только на следующей неделе, если этот факт все еще будет иметь значение и в полной мере не отыграется на рынке. Котировки нефти начали новую торговую сессию с позитивом, хотя ощущается некая неоднозначная позиция. Инвесторы пытаются дать оценку возможному ответу ОПЕК на санкции США против Ирана. Котировки и Brent WTI, поднявшиеся на прошлой неделе до максимальных точек с октября 2018 года, на новости о том, что Дональд Трамп принял решение не продлевать исключение из нефти санкций против Ирана, просели до уровня, на котором они находились до этой новости. Американские власти дают четкие сигналы о том, что другие нефтепроизводители легко компенсируют снижение поставок топлива из Ирана за счет увеличения собственной добычи нефти. Однако Саудовская Аравия пока не дала никаких заявлений. Последние несколько лет Трамп не раз призывал сократить стоимость барреля нефти, в то время как Саудовская Аравия нуждается в том, чтобы котировки поднялись до 85 долларов за баррель, чтобы сбалансировать свой бюджет. И сегодня график нефти идет в направление, угодное саудитам, даже несмотря на разочарование данными по китайскому промышленному сектору. Котировка на нефтяную смесь марки Brent поднимается к отметке в 73 доллара за баррель. Возможно, так реагируют нефтетрейдеры на проявление решимости Тегерана. Президент Ирана Хасан Рухани заявил о том, что не собирается сокращать поставки нефти и не допустит, чтобы решение о доведении экспорта иранской нефти до нулевой отметки было притворено в жизнь. Конец цитаты. Грядет очередной накал страстей. Но на этом у нас пока все. Мы будем продолжать следить за развитием событий на российском и нефтяном рынках. Оставайтесь с нами.